Сегодня у нас 9 июля 2018 года. Мы работаем на первом мостике, вот подъезжает нам пасека, отец Яким, со своими двумя верными собаками. Вот они бегут. Ясно, что пластится, как обычно. Да. Ой-ой-ой, спаси Христос! Спаси Христос, благословляй, батюшка. Смотри, где прорвало-то, и тут, и там прорвало. Она подняла, там застыла, говорит, и вода пошла. Вон, где, куда солома вышла, и там прорыв был уже, все, яма. Ну и здесь прорвало тоже. Сейчас забили досками, сейчас прокладываем камнем, и потом поднимем. Вон до велосипеда поведем дамбу. С двух сторон. Не глазь, он сейчас будет прыгать на тебя еще. А он рот раздвинул, язык высунул. Это как, батюшка? Что-то худое. Как зовут эту собаку-то? Вот это? Как, какая порода сейчас? Ну, порода это... Валяшка. Единственная порода. Чистокровная чарка Ялабай. Вот я не знаю, как назвать, какая порода. А так зовут его Марс. По этой дорожке выложить. Вот на уровне велосипеда. Все, вот я заканчиваю. Больше не надо. Здесь мы должны выложить хотя бы маленькую пробку. Петь, кто знает где? Во-во! У меня тут спрятанная бутылка. Я уже тоже скоро на воду полезу. Давай. По старшинству пьют, по старшинству. Все, дядя Вова. Нет, Игнатий Ильич. А, у него есть. Все, понял. А у меня Тихоча березовый сок, похоже. Да. Он уже кислит, ну и еще. Тоже полезно. В прошлом году этот Виктор, Витя, у него там же работали, на коровнике. Он все время нас почивал березовкой. Но у него, видно, наморозил. Размывать трудновато, потому что... Как батюшке научить, чтобы он палку хватает, а потом выбрасывает ее? Что делать? Чтоб в руки давала палку, как научить? Это в силу, не научится. Не научит? Не будут давать. О, борец. Это ее сын, она учит его. Показался, что-то меньше рынки, что-то какой-то усохся. Пучки брать. Нет, глотка два. Крови, пожалуйста. Штаны нарвал, не хватает колонки. Снежина маловато. Захотелось, если сюда до сюда вода не доходит. Не доходит. А как она прорвала? Спасибо, Христос. Да как она прорвала? Не доходит, а кто прорвал-то? Не было, я ездил, она до сегодня доходила, она вот дошла вот здесь вот, и тут и здесь прорвала, и там в двух местах прорвала, как вышла, так и прорвала, и при том глубина вот такая вот, я проезжал, я сколько раз ездил, не видел, а пешком пошел, увидел, сегодня там что, сколько раз говорил Елене, Игорю, Терентию, скажите Ереме, что пришел, попросил наши дорогу исправить-то, я сейчас сказал Лене, говорю, он не идет, я говорю, нам награда выше, я выгнал людей, выпросил
и всеми уложили, сейчас поливаем, чтобы приросло. И три дня будем или сколько? Три полива сделаем. Учится, учи, учи. Хорошо. Оглашенный такой. Здесь грязный сейчас. О, работница. Бачка, мы один раз это сделаем и навсегда. Весной вы можете только ахать и охать. Зима застывшая, ничего не сделаешь. А сейчас мы его поднимем, вал настоящий. Если она там прорвет, дальше ей не пройти. Она пойдет только обратно туда. А тут камень лежит на дороге. Смотри, смотри, что-нибудь кусанут тебе. Эти собаки ему очень нужны. Он смотрит и душой отдыхает. Скажешь нельзя, они свое. Я его оставил, а сейчас куда его? Кому? Никто. Говорит, маленького Сергея, говорит, можно было отдать, а такого, говорит, никто не берет. А мне просят его на урывке, а он так, как сейчас привяжет, то до смерти он на цепи так и будет сидеть. Да. Он не гулять. Я говорю, будешь гулять? Нет. Ну, жалко отдавать так. Конечно, представь себе. Помогаю. А вот собаку отдавать какие руки? Вот ну, я в собаководстве был, раньше были порядок. Она Сабина Марковна, еврейка была. Заранее предупредила. Вот что сам ешь, чтобы собака ела, понимаете. Я говорю, если она будет есть, что я, она через неделю сдохнет. Ну, мы будем проверять. Вы будете держать на цепи? Никогда. Это правильно. А как? Я говорю, где я, там и она. Куда бы я ни поехал, она со мною. Так она, вот если я лег отдыхать, а тут кровать жены. Я сказал, охраняй. Чья рукавичка? Мои. А? Мои. Твои утащил. Он, ну гляди, куда понес он ее. Держи. Забирай, забирай. Он ее бросит там. Он ее не ценит. Ну да, уже не. Так, вся, уходите отсюда. Все, мы начинаем работать. Эй, эй. Все, 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 поезжай. О, зубы показывают уже. А ты играй, это не. Он в нога-то застрянет между камней, отломит ногу. Зови его. Пойдем. Все, ребята, за дело. Они будете сюда, то тогда прогоните их. Я за дело. Вот это землей все надо засыпать. Вас, вас, ко мне! Ко мне! Рано! 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 Ко мне! Господи, благослови. Давай. Нельзя. 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 Пачка добрая, они его не боятся нисколько. Собака должна голос хозяина знать, строгость, интонацию. У нас с детства собаки были, волкодавы, отец овечек спас. Все. Ничему не научишься. Мы с тобой. Да-да-да. А вон еще один дядя Вова. Давайте землю таскайте. Иди долби землю скорее. Надо поднимать камни. Ладно, иду. Слава Богу за все.